Всем привет! Вы смотрите прохождение Готики 3, с вами я, Виктор, и прежде чем начать данный эпизод, я бы хотел немножко увеличить свою сложность. А именно, я хотел бы включить альтернативное АИ. Это сделает некоторые боевки чуть длиннее, а также сложнее. Ну и этот эпизод я бы хотел, пожалуй, начать с того, что изучу один навык, который называется «Усиление доспехов». Как видите, для того, чтобы получить данный навык, нам потребуется 50 в знании кузнечного дела. К сожалению, наши знания кузнечного дела малы, и у нас всего лишь 12 наши знания кузнечного дела. Так, а максимально... Ага. Максимум, в принципе, это получается у нас 50, потому что навыков, которые требуют кузнечного дела больше 50, нет. То есть... Кузнечное дело дальше 50 нет смысла прокачивать вообще. Получается, сейчас мы прокачаем кузнечное дело до 50 и плюс дополнительно потратим еще 5 очков обучения на изучение самого навыка. Ну что ж, давайте приступим. Обучиться кузнечному делу мы сможем, например, у Кадока в Сильдоне. Итак, повышаем свой навык кузнечного дела. Самое главное здесь не переборщить, не потратить лишние очки обучения на это. В принципе, можно будет сейчас повысить навык кузнечного дела еще на 5 очков обучения, тогда у нас останется 30 очков обучения, но, в принципе, даже в Готике 3 нужно немножко экономить эти очки обучения, поэтому здесь я вообще не вижу никакого смысла прокачивать это кузнечное дело, например, до 52, потому что оно точно не будет нигде использоваться. Ладно, там, если это было бы, допустим, с силой, потому что от силы может увеличиваться урон. Хотя я точную формулу не знаю, как тут рассчитывается урон в Готике 3, но тем не менее. Но вот с этой фигней здесь лучше не заморачиваться и, естественно, лучше лишние очки обучения сэкономить и потратить их куда-нибудь. Да хотя бы для того, чтобы то же самое здоровье повысить. А ведь это будет тоже неплохо. Так, ну а сейчас давайте изучим непосредственно сам навык. Как правильно пользоваться тяжелыми доспехами? Многие допускают ошибку, неправильно надевая доспехи. Все части доспехов должны быть плотно стянуты друг с другом. Конечно, не так туго, чтобы пошевелиться нельзя было. Но достаточно сильно, чтобы в доспехах не было никаких щелей. Ну что ж, вот мы в принципе изучили данный навык. И после изучения данного навыка нам в принципе ничего не придется делать. Защита у нас автоматически увеличится. Причем у нас увеличится защита буквально от всего. То есть она у нас увеличится от всех колец, амулетов, доспехов, шлемов, щитов и так далее. В общем-то, от всего, что мы экипировали. Давайте снимем абсолютно все. Как видите, у нас защита нулевая. И посмотрим, что в принципе и сколько дает защиты. Ну, например, вот этот вот улучшенный железный шлем. Как видите, защита от стрел 20, от ударов 20 и от клинка тоже 20. Экипируем его. Как видите, у нас прибавилось совсем по 25. То есть, в принципе, достаточно неплохо. Небольшой вот такой вот бонус. Конечно же, когда мы экипируем доспехи, тут, в принципе, все будет заметно намного больше. То есть, смотрите, было 160, стало аж 200. Неплохо. В итоге то же самое у нас прибавляется и от щита, и даже от колец. Смотрите, защита 5-5-5, тут 6-6-6. Неплохо. То же самое, в принципе, происходит и с амулетом. Вот. Так что неплохо. Защитные амулеты к этому, в принципе, не относятся. То есть, например, если мы экипируем вот этот вот амулет, который нам прибавит максимальную жизнь, как видите, жизнь у нас не увеличивается. А вот этот вот навык действует только лишь на те вещи, которые прибавляют именно прибавку вот к этой вот броне. Ну все, наша защита от клинка от ударов 287, от стрел 281 и от огня 150. Блин, да мы как бог теперь, что ли, наверное, со всей этой экипировкой и с этим навыком. Ну ладно, так, давайте сохранимся, и в общем-то в этом эпизоде мы будем дальше выполнять различные... квестики в Сильдоне. Ну, в принципе, заданий здесь осталось не так уж и много. Я бы даже сказал, что их не осталось здесь вовсе, но тем не менее. Так, значит, смотрите.
давайте пробежимся по всем заданиям. Это задание пока что выполнить не сможем, выполним попозже. Это задание, в принципе, не вижу смысла выполнять. Ну, если вы, конечно, играете за орков, то вам, естественно, нужно его выполнить. Но если я играю за повстанцев, то выполнять его, конечно же, я не буду. Так, вот это вот задание, как оказалось, в принципе, выполнить можно. Иногу за это ничего не будет. Мы получим дополнительную репутацию к оркам. Но также есть еще один квест, где нам нужно будет Инага убить, если мы доложим предводителю о том, что он отпускает рабов. Вот его это, в принципе, выполнять я не буду. Так, Громпола убьем обязательно. А рабов, которые сбежали из Сильдена, ну, рабов мы убивать не будем, мы их отведем к повстанцам. Местоположение рабов и как их лучше всего вывести, я, конечно же, обязательно вам покажу в конце данного эпизода. То есть это, по сути говоря, последний эпизод по Сильдену. В следующем эпизоде мы отправимся уже в Варант. Ну что ж, давайте приступим. И начать, пожалуй, этот эпизод я хотел бы с того, что убью Громпола. Действительно, давно пора это сделать. Так, ну и теперь задача у нас немножко усложняется, потому что, черт возьми, Громпол-то находится в городе, а здесь находится целая куча орков, да и, в принципе, любого другого народа. Если мы убьем его здесь на глазах кого-либо, то на нас нападут. Ой, тут еще и Трагак у нас стоит. Поэтому нам нужно будет его ударить как-нибудь. А, эй, берегись! Так, ага, еще раз ударить. Эй, не Трагака, не Трагака. Ах ты, Ватё, ударил меня! Ой, Трагак на меня нападет. Ну, придется, значит, мне сбить их вдвоем, потому что здесь другого варианта здесь, к сожалению, нет. Вся сложность здесь заключается в том, что сейчас этот начнет нас пулять магией. А магия, сами знаете, какая сильная в Готике 3, поэтому сейчас нам тут будет не сладко. В общем, таким образом нам нужно будет выманить их сюда за город и, собственно, здесь убить. Ну, Трагака как бы я не планировал убивать, а вот Громпола надо... Эй, ты чё? Ты чё вернуться назад решил? А как же я? Как же атаковать меня? Опять ты. Иди да, опять я. Опять, ух, ничего себе, как вернулся. Так, ну ладно, давайте сейчас аккуратненько выманим. Самое главное, чтобы в нас не прилетела вот эта вот фиговина, когда вот я иду, так я не вижу, куда он пуляет в меня. Да, в принципе, и так увернуться от нее практически нереально. Давайте сделаем сейчас сохранение. Ой, у меня такое чувство, что он сейчас попадет прямо в нас. Вот честно. Мимо, буквально в сантиметре. Ну и в принципе, уже здесь можно его начинать убивать. Ой. Сейчас он нас, скорее всего, вынесет. Тем не менее... А, да. Тем не менее, в принципе, попытаться стоило. В общем, сейчас наша задача заключается в следующем. Нам нужно будет быстро, резко подбежать к Громполу. И, в принципе, когда мы резко, близко к нему подойдем, то он ничего не сделает. Он перейдет в ближний бой. Ну и, соответственно, в ближнем бою мы его быстренько завалим даже со включенным альтернативным АИ. Кстати, интересно, он выключился, нет? Хотя вроде бы со включенным альтернативным АИ-то я сохранялся. Хотя ладно, сейчас его убьем и проверим. По идее, все должно быть включенным, по идее, альтернативный АИ, ой, уже действует. Так, ой. Ничего не видно здесь. Так, что делаем? Блин, я не попаду, чувствую. К нему он меня сейчас завалит. Да, только сказал и только завалил. Ладно, короче, сейчас прямо вот бежим на пролом, быстро, резко, вообще не будем вот так вот отходить туда-сюда по сторонам, потому что, честно говоря, помирать я больше не хочу. Не знаю, как я, если поиграл с альтернативным и как тут сейчас все было, но в принципе я думаю, что ситуация практически бы не изменилась, потому что, ну, альтернативный АИ, он вроде как не увеличивает этот вот весь урон, он именно усложняет боевку. Вот. Так, в принципе, я подготовился. Быстро. Да блин, черт возьми, а. 40 шагов. Да. В принципе, да, как видите, с шаманами сражаться, это что-то с чем-то. Есть еще один вариант. В принципе, тоже неплохой. Смотрите. Может быть, даже и более лучшим,
Давайте сейчас попробуем воспользоваться им. Для этого нам нужно будет сделать следующее. Во-первых, дожидаемся загрузки. Во-вторых, отбегаем как можно дальше. Он, потеряв нас, уходит назад. И когда он начинает уходить назад, мы быстро, резко к нему подкрадываемся и начинаем избивать. Самое главное, чтобы он далеко не ушел. Вот, собственно, и все. Такой путь, и, может быть, это даже будет намного проще. Честно скажу. Это, может быть, нам поможет избежать загрузок. Так, все, он у нас уже пропал из поля зрения. Так, и теперь быстро, резко, он наверняка начал уходить, да? Да, ага, быстро, резко подбегаем, пока он не успел использовать кастануть на нас магии. Быстро, быстро, быстро. Он нас даже не заметил. Берегись! А он что, даже не собирается с нами сражаться? Ты что? Смотрите, у него репутация зелененькая даже. Ну ладно, вроде никто не запалил, да? Вроде никто, вроде все нормально. Так, ну и вот, получаем плюс один к репутации у ассасинов. На этот раз мы его точно убили, ой. И на этот раз мы точно, думаю, не будем перезаписывать серию. Так, ну сейчас нас спросят насчет того, что кто-то убивает людей. Стоять! Они убивают нас! Что-нибудь знаешь об этом? Нет. Мы за тобой следим. Ну да, и в принципе все. Квест у нас выполнен. Так, теперь давайте пойдем и поговорим об этом вот с этим вот орком. С апотеком. Так. Городской шаман Громпел мертв. Ха-ха-ха! Великолепно! За это я раскошелюсь, малыш! Так, ну вот это пропустим, в принципе, вы это все и так слышали. Так вот. С ним я рекомендую еще поговорить насчет Инога и сказать о том, что он освобождает нескольких рабов. Вернее, освободил. Человек по имени Инок освободил несколько рабов. Я так и знал, проклятый Морро! Для этого парня я придумаю что-нибудь особенное. Вот тебе золото за мерзкое предательство, Морро! Ха-ха-ха! Так, ну что ж, мы получили плюс один к репутации орков, но в принципе от этого ничего не изменится, убивать-то мы же его не будем, и в принципе орки с ним вроде как тоже ничего не сделают, но с Инногом все же о том, что орки узнали о нем, стоит поговорить. Орки знают, что вы освободили рабов. Проклятье! Тем более важно, чтобы мы наконец нанесли по ним удар. Спасибо за информацию. Но он даже и не знает толком, что это я рассказал им об этом. Ну ладно, тем не менее, смотрите, еще золото, еще и опыт. Классно. Так, ну чё, квестов у нас стало намного меньше. И все эти три квеста я смогу выполнить. Ну, когда-нибудь потом. И то, два из них я, скорее всего, вообще выполнять не буду. А вот первый самый квест я выполню потом, когда уже отправлюсь в Варант. Так, ну сейчас я рекомендую взять еще один квест, который я не взял раньше, хотя нужно было, но тем не менее. Суть простая. Нам нужно будет вот для вот этого вот ассасина привести раба. Ты ассасин? Верно, меня зовут Квадир. А я с кем имею честь? Я не здешний. Вот как? Значит, ты пока еще не знаешь, что здесь и как. Ну ничего, уж я-то о тебе позабочусь, друг мой. Что ты тут делаешь? Я добытчик ценной рабочей силы, друг мой. Ты охотник за рабами. Каким мерзким словом называешь ты такое ответственное занятие, тебе не кажется? А беглыми рабами ты тоже занимаешься? Охранять рабов в Сильдене – это дело наемников. Это приведет к катастрофе. Откуда ты берешь рабов? Многие люди прячутся от орков по окрестным лесам. Я ищу их и уговариваю пойти работать на орков. Приведет к катастрофе. Я хочу помочь тебе охотиться на рабов. Прекрасно, друг мой. Я только что узнал, что на западе шляется группа дровосеков. Они, ребят, крепкие. Ты должен зацепить по меньшей мере одного из них. Если я приведу тебе в рабство дровосека, что я с этого буду иметь? С пустыми руками не уйдешь, друг мой.
Ну что ж, вот в принципе и вся суть данного задания. Да, дело, конечно, немножко подлое, но тем не менее нам важна репутация в городе, а также то золото. Хотя, в принципе, золото не столько важно за выполнение задания, сколько именно выполнено квеста репутация. Но на самом деле, да, наш главный герой поступает немножко подло. О, шершни. Я думал, вы мертвы, а вы тут, я смотрю, лежите. Ладно, давайте, сейчас будете лежать мертвыми. Ой, какой-то этот шершень резкий, прям так резко на меня напал. Ну ладно. Так, с ними покончено. Отлично. Пока что никаких изменений в боевке я особо, в принципе, не заметил. Но вот с сильными противниками там, в принципе, вы все увидите сразу. Итак, вот мы добрались до этих дровосеков. Ой, олень, Эх, упустил. Ладно. В принципе, мы сможем привести вот этого вот дровосека. С остальными, я думаю, нет смысла говорить. Из именных тут у нас находится только вот этот вот Базеп. А, ну в принципе с ним можно поговорить. Хотя об этом стоило бы поговорить еще. Ох, как давно. Я передал твой пакет рыбаку Стэну. Ага. Почему же рыбаки к нам не приходят? Орки удвоили свои караулы. Ну ладно, теперь я понимаю. Я благодарю тебя. Возьми в награду это золото. Так, ну вот, отлично. Золото, опыт. Это никогда нам не помешает. Так, ну сейчас давайте поговорим вот с этим самым Уиллом. Теперь я доставлю тебя в Сильден. Слабак, ты хочешь сделать меня рабом? Я раздавлю тебя, ублюдок. Иди сюда. Так, ну давайте сейчас одержим верх над ним, покажем, кто здесь главный, но... Пока что никаких изменений в какой-то боевке я здесь тоже не замечаю. Ну, в принципе, от этого альтернативного АИ ничего сильно не поменяется. Лишь чуток усложнится боевка. Вот, в принципе, и все. Ну, когда будет там вот именно более такой сложный бой, я обязательно обращу на это внимание. Это, в принципе, вопрос времени только. Так, ну что ж, давайте теперь... Подождем, пока он встанет, и потом отведем его в Сильден. Эй, ну ты что, давай быстрее вставай. Проклятие! Больно-то как? Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Кажется, у меня нет выбора. Ты пойдешь со мной в Сильден. Как скажешь. Давай, давай! Хорошо. Так, ну все, давайте отведем его в Сильден. Ну, в принципе... Тут идти не так далеко. Сделаем это мы достаточно быстро. А после мы приступим к выполнению, пожалуй, самого долгого за этот эпизод задания. А также, в какой-то степени, может быть, самого интересного, но в то же время и немножко мучительного. Так, с этим покончено. Потому что сопровождать персонажей, тем более группу персонажей, это... Ох, как мучительно. Потому что кто-нибудь где-нибудь да застрянет. Кто-нибудь где-нибудь да отстанет. Так что, ну, сами понимаете. В общем, задание связано с рабами. Мы будем выполнять сразу после выполнения этого задания. Так, ну давайте поговорим с Квадиром. У меня есть для тебя новый человек. Прекрасная работа, друг мой. Вот, давай разделим выручку за новенького. Так, ну все, я получаю 300 золотых монет. Ну что ж, неплохо. А также плюс один к репутации... У повстанцев, ой, извиняюсь, у этих ассасинов. И еще плюс 4 к репутации в Сильдене. Все, квесты в Сильдене закончены. Наша репутация 98. Собственно, сразу такой вопрос. А как же получить 100 репутации? 100 репутации здесь можно получить в следующем случае. Последние плюс 2 к репутации мы сможем получить, если бы мы не отдали посылку повстанцам. Если бы мы передали эту посылку оркам. Только тогда мы получили бы еще плюс 2 к репутации в Сильдену и завершили бы данное задание. Но поскольку для нас важнее репутация у повстанцев, соответственно, это задание мы выполнять не будем. Ну, в принципе, мы его уже и выполнить не сможем, потому что посылку-то отдали. Ну и все. А теперь давайте займемся последним вообще заданием в Сильдене, а также последним заданием на этот эпизод. Это вывести 5 рабов и привести их к повстанцам.
Я бы назвал это задание так. На самом деле там будет 5 отдельных заданий, которые будут называться абсолютно одинаково. Что-то там вызвали сельдонского раба из глуши, там из леса, я не помню. Что-то подобное там было. В принципе, сейчас я вам давайте покажу, где находятся вообще эти рабы. Но сейчас я нахожусь совершенно не в том месте, чтобы вам показывать это. Нам нужно идти вон туда вот. А здесь выгоднее всего идти от избушки охотников. В принципе, именно туда сейчас я и отправляюсь, но, как видите, выбрал я не самый лучший для этого путь. Так, ну ладно, давайте ускоримся немножко, потому что если я буду вот так вот идти здесь, то это займет у меня очень много времени. Так, ну в принципе, думаю, можно где-нибудь здесь пройти. Не знаю. В общем, наша задача... Вон, смотрите, видите, вон тот вот лес. Вон те вот горы. Вот, наша задача подняться вон в тот вот лес, на те вот горы. И, в принципе, там находятся эти самые рабы для Сильтона. Все 5 находятся практически в одном месте. Но, тем не менее, там их немножко придется поискать. Но, в принципе, это не проблема. Думаю, с этим мы справимся достаточно быстро. Так. Ну что ж, давайте. В принципе, на остальных вот этих вот всяких зверей, я думаю, отвлекаться здесь не буду. Перед началом следующего эпизода, а думаю, будет обязательно нарезка. Я здесь и побегаю немножко за кадром. Потому что, в общем-то, огромная территория у нас осталась необследованной. Действительно, там особо интересного ничего такого нет. Но я так думаю, может быть, все-таки стоит в начале следующего эпизода немножко, хотя бы, не знаю, ну хотя бы 20 минут этому уделить и побегать здесь, показать самые интересные пещерки какие-нибудь и всякое такое. Не все же вот показывать в виде нарезок, правда? Нужно что-то вот и показать так вот, показать, рассказать. Так что, в общем, я подумаю, я посмотрю, если будет что-то интересное, и обязательно, в принципе, вам это все покажу. Местность тут у нас еще большая, которую нужно обследовать. Вот и посмотрим. За которым я здесь обязательно побегаю. Но то, что мы отправимся в Варант в следующем эпизоде, да, это обязательно. В Варант мы отправимся. В принципе, как попасть в Варант, я вам уже показывал, потому что в одном из более старых эпизодов я бывал уже на перевале в Варант. Так что, в принципе, как попасть в первый город, вы уже знаете, потому что он находится прямо рядом с перевалом. Но, тем не менее, там немножко, в принципе, все покажу. По крайней мере, хоть какие-то задания, да, я сделаю. Ну, хотя бы камень телепортации тот же самый найти. Итак, 3 раба находятся у нас здесь. Еще один раб находится вон там вот впереди. И еще один находится впереди вот здесь вот. Рекомендую выводить сразу 5, потому что, во-первых... Я не вижу смысла выводить их, допустим, по одному. Это займет 5 дольше по времени. Да, в принципе, так что ли будет безопаснее. Их, когда много, они все пытаются как-то отбиваться, но я думаю, что так у всяких зверей тут меньше этих шансов сожрать их. Ну, я так думаю, что тут особых зверей-то таких нет. И не думаю, что все дойдет до такого, что звери начнут съедать этих рабов. Так, ну вот. Первый раб находится здесь. Давайте здесь сразу соберем все вещи из сундучка. Немножко соберем здесь трав. Хотя здесь лучше, конечно, играть за кадром. Так, ну и поговорим, собственно, с ним. Ты здесь долго не протянешь. Я знаю. А что я могу сделать? Давай, давай! Хорошо. Так, ну вот задание. Спаси сельдонского раба из диких зарослей. Что ж, в принципе, у нас будет 5 таких заданий, и из выполнения каждого задания мы получим +1 к репутации у повстанцев. Если мы их перебьем, там получим репутацию у орков. Ну что ж, для нас, конечно же, лучше спасти. Причем +5 к репутации повстанцев, поверьте, это просто хорошая колоссальная прибавка, так что... Грех ей просто не воспользоваться. Так что ж, присоединяем к себе всех рабов, которые у нас здесь находятся. Попутно открываем сундучки и собираем полезные вещички. Так, также какие-нибудь редкие травы. Так, говорим с этим рабом. Как видите, квест абсолютно одинаковый для всех. Вернее, это даже несколько квестов. Не знаю, почему бы это все было не объединить в один квест. Ну ладно, раз уж так сделали...
придется играть так. Так, ну теперь нам осталось найти пятого раба, и он должен находиться где-то здесь неподалеку, тоже у костра. Нужно вот искать костер, если вы вдруг заметили костер, то... Ой. То значит вы и по сути нашли раба. Так, ну вот, первые звери на нас напали, которые попытались нас съесть. Хотя, похоже, они попытались съесть только меня, судя по всему. От рабов помощи ожидать не стоит, по сути. Нам скорее нужно за ними следить. То есть это... Как вам сказать-то? Это мы должны им оказывать помощь. Так, немножко отдохнем. Все, отдохнули. И теперь присоединяем последнего, пятого раба. Так. Все. И теперь наша задача их отвести к повстанцам. Да-да, к тем самым повстанцам, у которых мы были в предыдущем эпизоде. Я вам немножко там рассказал об этом. Ну и вот, в принципе, сейчас и наступила самая сложная и муторная часть данного квеста. Нам нужно будет идти и оглядываться на рабов. Потому что, не дай бог, кто-нибудь застрянет, отстанет. Вы потом его не найдете. Так, вот эти вот всякие вот такие вот переходы лучше обходить как-нибудь вот здесь. Специально их пытаться вывести нормально, потому что... Вчера я мучился долго, когда этого орка выводил, а тут их пятеро. Ну вот, смотрите, трое прошли, а двое где-то там зависли. Вот, в принципе, те самые проблемы, о которых я вам говорил. Так, четвертый. Опять вообще вот где застрял. Вот видите, вот... Стоит не доглядеть, и все. И все будет плохо. Так, ладно, выводим их отсюда. Сейчас мы спустимся, дальше будет все немножко попроще. Спуститься самое главное. Так, вот опять. А где пятый, собственно? А пятый там почему-то стоит. Вот как он может застрять? А, ну да, он застрял вот от этой ветки. Да, конечно. Он идет? Нет. Нет, он стоит. Придется его вот так вот выводить. Конечно, вот эти вот мелкие баги в Готике 3 немножко бесят. Но тем не менее, когда выполняешь целую кучу таких квестов, как-то к этому уже привыкаешь. Так. Ну вот, смотрите, опять. Опять кого-то нет. Ой, кого на этот раз? Или все-таки этот раб, он не выбрался? Ты аж видал, что он выбрался. Черт возьми, что ты стоишь здесь, а? Ты надоел уже, а? Ну, все? Все, я вытащил тебя, а? Я помог тебе перелезть. Ой, да неужели ты пойдешь за мной? Так, ладно. Давайте спускаемся. Сейчас поворачиваем вот сюда налево. И, в принципе, вон в том вот лесу, там уже находятся у нас повстанцы. То есть идти здесь, в принципе, не особо далеко, но по пути нам тут встречаются очень много зверья. Ну это ему показал. Особо опасные это вот эти вот варги. Так, давайте как-нибудь. Ой, да. Сейчас их всех убьем. Тебя и не жалко. Так, убиваем варгов. Это самая важная часть. Собственно, о чем он не бьется? Я прям вот калачу по нему, смотрите. Урон нулевой. Никакого, ой. Что делать, а? Ну ладно, пофиг, убью падальщика. И этого убью, и этих убью. Так. Ну что ж, что-то все начало немножко подтормаживать, я смотрю. Получи свое! Не знаю, с чем это... О, прекратилось. Ладно, не знаю, с чем это связано, но... Явно вот с этим вот варгом как-то было связано это напрямую. Так, волчью шкуру мы сможем? Ой, да. Черт возьми, еще один варг. Давайте их убьем. О-о-о-о-о-о-о. Да, проблема точно с ними. Показал. Не знаю, что за очередной какой-то глюк, но ладно, такого раньше, по крайней мере, не было. Так, ладно, давайте их убиваем. Кстати, здоровья-то у меня осталось не так много. Тут еще все так тесно. Ой, сколько много этих варгов тут. Самое главное, чтобы они не перебили рабов. Это самое важное, потому что мало ли убьют. Ненавижу этих тварей. Так,
убиваем. В принципе, надеюсь, это последний, потому что что-то уж слишком много проблем с ними. Эй-эй-эй. И, конечно же, они нас кусают, кусают и кусают. Чёртовы варги, чёртовы волки. Ненавижу вас всех. Эй. И шкура еще не выделяется. Может, это, конечно, из-за того, что тут рабы находятся у нас. Ну, а, ой. Вот. Ой, да мне уж пофиг, честно, на этого варга. А, ну вот, ладно, собрал. С этого собрал. Падальщики, все, собрал. Так, варг. Все, так, рабы целы, да? Раз, два, три, четыре, пять. Так, к счастью, все целы. А, сохраняемся. Потому что, мало ли, еще одна такая атака, и варги тут быстро всех перебьют. Дальше впереди у нас по плану еще шныги, которые находятся вот тут вот вдоль реки. Так что лучше как-нибудь тут все это обойти стороной, дабы не привлечь к себе внимание. Так, внимательно наблюдаем за рыбами, чтобы они тут... Тут ветки у нас, ветки обходим, сами знаете, как они на это все любят натыкаться. В принципе, там один шнык вроде всего, это не так много, но тем не менее... Так, ну что ж, вроде бы воду рабы как-то преодолели. Хорошо, так, ветка, ветку обходим как-нибудь. Черт возьми, я вот даже не знаю, как тут это все обходить, потому что они могут и в ветках застрять, и в камнях, и в деревьях. Поэтому вот приходится петлять туда-сюда. И, конечно, смотреть, чтобы никто не отставал, и чтобы никто нигде не застревал. Так, ну, в общем-то, мы уже практически добрались, вот. Повстанцы, вот лагерь повстанцев. Теперь самое главное, их сопроводите в нужное место. Так. Как там? Все идут, да? 3-5. Вот, смотрите, прямо на моих глазах. Вот это что только что было? Опять. Вот куда он, собственно, делся, а? Черт возьми, глупый раб, а. Я его спасаю, а он что творит? Вот сколько их тут, а? Давайте выведем сейчас из этого вот леса, посчитаем. Так, а, 3-5, все, вышел тут. Назад. Осталось совсем чуть-чуть. Ой, вот я не знаю, как сейчас это вот препятствие они будут преодолевать. Ну ладно, посмотрим. В принципе, нам нужно их довести вон до того вот дома. То есть буквально уже почти пришли. И как ни странно, все вроде бы все нормально сейчас пока что проходит. Так, ну ладно, давайте доведем. Вот, в принципе, мы уже и на месте. И теперь давайте поговорим с Временом насчет рабов. Вот раб-беглец. Отлично, я приму его. Вот раб-беглец. Отлично, я приму его. Так, ну ладно, теперь давайте это все быстренько пропущу, потому что это неинтересно. Так, собственно, где еще два? А, ну, еще двое, конечно, тут где-то застряли. Они умудрились как-то здесь пролезть. Ладно. Ну-ка. А, черт возьми, нет, он так как не примет. Ладно, давайте сделаем круг вокруг дома, чтобы довести их уже наконец-то нормально. И, в принципе, на этом я буду уже заканчивать данный эпизод. Все. Сильдено, в принципе, закончено. И теперь мы приступаем, можно так сказать, к новой прям части прохождения, к новому эпизоду прохождения. Именно этот эпизод будет называться Варант. Это вторая часть из трех прохождения Готики 3. Она, в принципе, думаю, будет поменьше, нежели вот эта вот первая часть по Миртани. Но, тем не менее, тоже будет интересная и тоже будет достаточно большая. Так, ну ладно. Отлично. В принципе, все. Квесты с рабами мы выполнили, и как видите, нашу репутацию повстанцев уже 57. Что ж, это просто прекрасно. 57 к репутации повстанцев, классно. Больше, в принципе, никак это не сказать. Ну и все. На этом я буду заканчивать уже данный эпизод. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, поддержите меня. А также, если вы еще не подписаны, то подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Все это время с вами был я, Портал 68. До скорых встреч. Увидимся в следующем эпизоде. Если бы это было так.